Новыя ліфты як падарунак да новага года. У дамах Гомельскай вобласці завяршаецца монтаж звыш 40 ліфтаў. Кошт аднаго разам з усталяваннем каля 50 тысяч. Марына Севярьянова пабывала ў шматпавярхоўках, дзе ўстаноўка завяршаецца і там, дзе жыльцы імі ўжо карыстаюцца. Яўген Гуцаў за два гады змонтировал каля 100 ліфтаў. Установка кожного тягнется каля месяца. Скрупулезная и отказная работа потребует профессионализму и уважливости. У Домина Свиридова лифт монтируют каля 2 тыдняў. До новогодних святов работы будут завершены. Работаем около 2 недель. Произвели практически весь монтаж, замену палок, направляющих, кабинных, противовесных. Но в основном дело движется к завершению. То есть останется запустить. Это еще неделька. Ну и все, в принципе, сдача. Татьяна Саленко живет на 4-м поверсе. Кажа, привыкла за 2 тыдні ходить по лесвице. И это ее, усмехается жанчына, нават на корысь. И все ж, доведавшись, что лифт запустит до новогодних святов, радуется. Будем с большими покупками идти, с подарками. Уже будем ехать, а не идти. Иншие жыхары так само задоволены, что у их доме хутка будет прыгожий лифт. Конечно, довольны. Новый лифт, все красиво. Едем на Свиридова 1. Тут все лифты новые. Жыхар дома Александр, который вырашил свое прозвище не называть, каже, что у новом лифте ездить вельми приемно. Вот только не покоится за выхованность людей, каб не сапсовали такую прыгожость. Только видите, беспорядок, люди некультурные у нас. Ну так вот. А так хорошо, удобно, очень комфорт. Але не все люди такие бережливые, как Александр. Подчас дымок нам рассказали, как подлетки взломали новый лифт на завтра после установки. Але не предугледили одну важную околичность. У лифтах система видонозирания. Информация с камер заховывается каля месяца. На жаль, на некоторых людей денежить только такие меры. И с гэтым згодныя мясцовыя жыхары. Сумленным людям бояться нечего. А тым, кого тягне на шкоду, прыйдзецца от дрэнных учынкаў утрыматься. Нужны эти камеры, как вы считаете? Да я не знаю. Я, похоже, ничего не делаю. Ну, другие не будут делать. Да, да, оно видно. Один лифт разом с монтажом каштует 50 тысяч. Термин его працы – чвэрцтагоддзя. Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы было доведено задание по замене 1110 лифтов по Гомельской области. На сегодняшний день уже выполнено задание в 1215 лифтов. До конца текущего года подлежит замене еще 41 лифт. В наступном году отповедности с новой пятигодовой программой у Гомельской области протягнут и менять лифты. Новые усталюют у больше к 1000 подъездах. Марина Севярьянова, Сергей Камков, телерадиокомпания «Гомель».